Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Примадонне уже 70 лет. За долгие годы творческой деятельности певица записала 20 студийных альбомов и сняла 19 видеоклипов. В определенный период Алла Борисовна была одной из влиятельных людей шоу-бизнеса. Ходили слухи о пугачевской мафии в 90-х, а рядом с ней находились приближенные артисты. По велению Пугачевой в 90-х, как звезды быстро вспыхивали, так же быстро они угасали. За что Алла Борисовна перекрыла кислород многим популярным звездам. В число этих звезд входит Валентина Легкоступова, воспитанница Иосифа Давыдовича. Певица исполнила хит того времени «Ягода малина». Ольга Зарубина, она была рыженькой в былые годы и моложе Пугачевой на 10 лет. Девушек начали сравнивать, что Примадонне не понравилось. Алла Борисовна наплела интриги вокруг конкурентки и добилась исчезновения со сцены экранов телевизоров молодой и талантливой Ольги. Машу Распутину Алла проучила за то, что она объявляла войну Пугачевой и не выстояла в этой битве. Отвязная Маша на несколько лет исчезла. Спустя годы Алла допустила до сцены Распутину, но отныне Мария ничего не говорила в сторону Пугачевой. Также была популярна многие годы Лика Стар, первая девушка-диджей в России. Молодую Лику называли русской Мадонной, и Алла Борисовна признала творчество раскрепощенной певицы, даже называла девушку своей преемницей. Но это длилось недолго. У Лики случился роман с Владимиром Пресняковым-младшим, который на тот момент был зятем Примадонны. Пугачева моментально перекрыла кислород преемницы из-за слезы дочери, из-за такой успех Лики. От нее отвернулись буквально все. В прессе о ней писали разгромные статьи, и Лике не оставалось ничего другого, как бежать из страны. Поскольку о содеянном Пугачевой помнят многие и до сих пор пишут об этом под постами известных звезд. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи,